Почти 500 000 рублей алиментов украла 32-летняя жительница Соболевского района у отца-одиночки. В судебном заседании установлено, что подсудимая в период сожительства с потерпевшим, используя приложение, установленное в его мобильном телефоне, похитила с его банковского счета более 400 тысяч рублей. Деньги являлись алиментами, которые мужчина получал от бывшей супруги на содержание несовершеннолетней дочери. Он откладывал их на 18-летие ребенка. Суд назначил девушке на наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Одновременно, с учетом частичного возмещения подсудимой в добровольном порядке причиненного ущерба, судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры Соболевского района о взыскании с подсудимой причиненного ущерба на сумму 386 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.